Здравствуйте, дорогие друзья! С вами передача «Фокус на человека». Людмила Улицкая, русская писательница, лауреат премии «Русский букер» и «Большая книга» в одном из своих интервью сказала: «Болезнь – дело жизни, а не смерти». Она задает новую систему координат, вводит в жизнь новые масштабы. Важные и неважные могут поменяться местами и оказаться не на том месте, где ты их расставлял раньше. Эти слова Людмилы Евгеньевны посвящены раку. Часто через близких или через знакомых, иногда через себя, это слово появляется в нашей жизни. Кто-то воспринимает это как приговор и опускает руки, замыкается в себе, а кто-то начинает искать поддержку, которая очень нужна после такой новости, но многие не знают, где ее взять, где ее можно найти. Поэтому мы решили рассказать о том, где можно найти эту уникальную, эту необходимую поддержку и помощь. Гость студии сегодня – учредитель межрегиональной автономной некоммерческой организации «Мы вместе без Берге» Юлия Ивашкевич. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, Наталья. Я знаю, что эта организация – это ваше детище. Это так. Расскажите. Первое, что хотелось бы, это поблагодарить вас, Наталья, за то, что пригласили на эту беседу. Я надеюсь, что в результате этой беседы как можно больше людей узнает о том, где можно у нас получить поддержку, когда ты сталкиваешься с этим диагнозом непростым, и тебе говорят, что у вас рак. Вот. Собственно, готова ответить на вопросы. Угу. Задавайте. Хорошо. Вообще удивительное название, по-моему, просто великолепное, да, то есть говорящее само за себе. Я вот специально посмотрела, оказывается, первый раз фраза «человеку нужен человек», а вы именно про это, сказал Станислав Лем в своей книге «Солярис». И вот эта фраза стала, собственно говоря, крылатой. Расскажите немножко вот о том, когда вы появились, кто, ну, может быть, какой-то импульс какой был, да, вот к тому, чтобы эта организация появилась на свет. Начали появляться мы в 2015 году, тогда, когда мне поставили этот диагноз непростой, рак молочной железы. И проходя путь лечения, я начала понимать, что, собственно, есть дефициты в нашем обществе, дефициты поддержки. И эти дефициты, они разные, то есть не хватает информации, проверенной, правильной информации. Это не говорит о том, что интернет не пестрит разными такими как бы рецептами, как ты выпей, там, съешь лопушок, и у тебя что-то там улучшится состояние, да, рак пропадет. Или что, ну, то есть народная медицина очень изобилует рекомендациями, как вылечить рак, но, к сожалению, проверенной информации, да, вот такой, которая была бы достоверной и действительно людям помогала, этой информации мало. Сейчас мало, а было в 2015 году практически, ну, ничтожно мало. Вот. Поддержка психологическая, поддержка информационная, поддержка реабилитационная, когда человек бы восстанавливался после перенесенного лечения. Да? Вот это то, что необходимо было создавать в нашей республике. И мы с моей подругой Ольгой Юскевич мы решили пойти по сложному пути, не просто организовать онкосообщество, которое ну, вот как-то так друг друга поддерживало в процессе моего лечения, а потом бы как-то вот угасло. Да? А мы создали автономную некоммерческую организацию помощи онкопациентам, зарегистрировали ее и поставили дело на широкую ногу, так скажем. Да? Нашли системный подход, стали искать, нащупывать опытным путем системный подход в реабилитации онкопациентов, в помощи им различные, вот, о которой я говорила. Я, насколько знаю, вам принадлежит еще и новое слово, да, то есть люди, которые входят в ваше сообщество, называются онковыздоравливающие. И это такой вот совершенно другой, да, вот по-другому это подошли. Другой ракурс, да. Другой ракурс совершенно. И в нем гораздо больше оптимизма и надежды на то, что если даже, ну, как говорят, фатальность диагноза, вот это слово, да, ну, фатальность жизни тогда хочется сказать, да, она никуда не девается, естественно, но в этом есть много заложено того, что можно принять, прожить и прекрасно прожить то, сколько нам, как каждому из нас, отведено судьбой.
Я согласна, Наталья. Мне кажется, в слове заложена сила. Мы про Базбергеа сказали, да, что Базбергеа — это мы вместе, да, это наше название, которое, наверное, отражает нашу суть. То, что мы не боремся с раком, не побеждаем его, мы просто создаем общество поддержки. Мы вместе с тобой. Да. И когда ты слышишь диагноз рак, то понятно, что у тебя возникают чувства очень сложные и смешанные, да, и там нет места радости. Это скорее про смерть, про фатальность, да, как вы говорили, про конечность жизни. Вот. Но дело в том, что есть общественные устои, которые у нас, нам диктуют это восприятие, да, вот, ну, стигматизация вот этого слова, да, то есть, что рак — это вот, это все, это синоним смерти. И мы немножко, ну, осознанно немножко делаем рефрейминг, да, то есть мы не онкобольные, мы онковоздоравливающие, потому что выздоравливающих после онкозаболеваний достаточно много. Просто как-то не принято об этом говорить, мы вот, ну, собственно, привыкли, что рак — это все, то есть это конец жизни, это мы подвели итог, это инвалидизация, это смерть, и, ну, и вообще как-то вот в этой теме, некротической теме, вот эта вся как бы страх весь вот в этом, в том, что люди боятся как раз вот этой некротики, да. А если говорить о в другом преломлении, да, потому что это же обстоятельство, которое уже случилось, ты ничего с ним сделать не можешь, вот, вот у тебя уже есть диагноз и все, то есть вот. И тебе остается менять только восприятие свое. Поэтому ты можешь подумать о том, что ты можешь стать онковоздоравливающим и сделать для этого все, что от тебя зависит. А там уже как дальше, как Бог поможет. Вы знаете, вот в связи с этим хочется процитировать то, что у вас написано на вашем сайте. «Мы вместе, Базбергеа, это сообщество онковоздоравливающих пациентов, их друзей, членов их семей, волонтеров и просто хороших людей, тех, кому не безразлична тема здоровья, профилактики онкозаболеваний, самопомощи при столкновении с болезнью». И вторая вот эта вот часть вашего сказанного про рефрейминг. Я, ну, случайно, можно сказать, наткнулась на книгу, которую написал врач американский, ну, он достаточно давно ее написал, его, по-моему, уже нет в живых, Давид Сервен Шрейбер его зовут. И он, по-моему, это он проводил удивительную акцию, может, вы даже о ней слышали. У них, они с телевидением организовали акцию, в рамках которой каждому человеку, который, ну, получал, скажем так, положительный анализ на рак, ему дарили подарок и говорили с днем рождения. И сначала это всех шокировало, но постепенно общество перенастроилось, вот этот рефрейминг произошел, и начали понимать, что раз его уже нашли, то это означает, что его уже нашли. И, соответственно, у человека возрастают шансы на удлинение своей жизни. Да? И вот они вот таким образом, вот этот вот страх, канцерофобию, они, в общем-то, в своем обществе победили. Потому что люди перестали бояться ходить на обследование и на ходили у себя вот на ранних стадиях вот это заболевание, и таким образом, ну вот... Я думаю, что в России сейчас происходит то же самое. Фактически случаев выявления онкозаболеваний становится больше, и статистика говорит о том, что на ранних стадиях рак выявляется чаще. И, наверное, стоит этому радоваться, потому что медицина сейчас прогрессирует семимильными шагами, и есть масса способов лечения онкозаболеваний, о которых мы не знали еще 10 лет назад. Да? Для нас 10 лет назад таргетная терапия, например, была в новинку. Да? И были экспериментальные программы, в которых участвовали пациенты, клинические исследования. А сейчас таргетную терапию все воспринимают как норму уже. Там, да? И, например, таргетная терапия трастузумабом — это, на мой взгляд, настолько вот, уникальная находка, то, что женщины с онкодиагнозом ранее, которые не имели возможность получать терапию таргетную трастузумабом, они погибали. А сейчас выживаемость на трастузумабе такая, что онкологи уже статистику не готовы снимать, потому что женщины живут десятилетиями, и это дань изобретению, то есть наука, она вот такие преподносят чудеса, и далее будут эти чудеса, я думаю, чудес будет больше, потому что и генетика вперед шагает, и иммунотерапия, и онкология не становится ничем более, чем хроническим заболеванием.
Да, разумеется, смертность есть там, да, но она снижается. Да, выявляемость увеличивается. Это говорит о том, что, наверное, общество перестает бояться, перестает, ну, как от чумных шарахаться, от раковых больных. Извините, я своими словами буду говорить, как есть, потому что эмоциональные компоненты, отношение вот к этому всему, вот то, что в обществе происходит по отношению к онкопациентам, да, у меня присутствует, и она очень такая сильная. Вот. Да, боялись заразиться люди, да, это удивительная, конечно, дремучесть общества, да, что рак, товарищи, значит, я сейчас говорю, вот, ну, уже в ремиссии я нахожусь с 15-го года, да, это достаточно много, я 7 лет уже в этой теме, рак не заразен, это генетическая поломка, он не передается ни, там, ни воздушно-капельным, ни половым путем, никаким он не передается, вот, поэтому стоит расслабиться, но мы, когда создавали онкосообщество, общество, например, наше, да, у нас был человек, который сначала вроде как согласился с нами сотрудничать как дизайнер, да, он как веб-дизайнер, он в Москве проживал, да, но потом вот испугался, что как-то, может быть, ментально он подцепит вирус. Через компьютер. Да, да. Онлайн. Вот, онлайн. Вирус онлайн. Вот, это, конечно, звучит как бред, но, к сожалению, в обществе эта дремучесть еще и присутствует. Также присутствует эта дремучесть по отношению к народным средствам, что струю бобра попей, и все у тебя пройдет, или лист подорожника приложи, и все у тебя заживет. Как бы, уважаемые товарищи, господа, любимые, вот не бывает таких смешных чудес. Вот. А доказательная медицина — это единственное, чему стоит доверять при лечении онкозаболеваний. Да, и вы сказали замечательное слово. Смешных чудес смешных не бывает, а настоящие бывают. И настоящее чудо — это когда человек — человек. Вот эта система человек плюс человек — это действительно чудо. Это то, что действительно нас может вытащить. И я понимаю, с каким трудом вам даются эти слова, потому что дремучесть сказывается даже на созависимых. А у нас в стране, я думаю, таких людей большинство, которые находятся в семье, которых есть хотя бы один заболевший человек. И вот эта дремучесть, через которую приходится продираться каждому неравнодушному человеку, ведь это, по большому счету, про неравнодушие. Почему-то так получается, что эта болезнь, как я не знаю, как какой-то прибор, который чешую с человека снимает и оголяет его прекрасную душу, его способность и желание помогать, его умение жить полной жизнью. Сколько раз я слышала, извините, что долго говорю, в интервью, когда заболевшие люди говорили, я только сейчас начала жить так, как я хотела всю жизнь. И почему для этого нам нужно заболеть, ну, вот, условно говоря, чтобы мы могли позволить себе заниматься тем, чем мы хотели заниматься, это, конечно, каждый человек может себе вопрос задать еще до того или без того, чтобы заболеть, тем ли мы занимаемся, а туда ли мы идем с теми же людьми. Это было, ну, скажем, такое эмоциональное, лирическое отступление. Возвращаясь к вашему сообществу, вот как вообще попасть? Я о вас узнала вот по профессии. Если человек вообще не в профессии, как он может узнать о вас? Но сейчас, конечно, средств коммуникации становится чуть меньше, чем ранее, но, тем не менее, в наше сообщество можно попасть. Группа у нас есть ВКонтакте. Да, ВКонтакте сейчас существует, и можно написать администратору ВКонтакте, и вас добавят. Группа есть в Телеграме, активная. Да, это группа диалоговая, где мы обмениваемся актуальной информацией об обследованиях, о врачах, о каких-то мероприятиях, которые у нас проводятся. То есть в Телеграме чат у нас очень большой. Пытались сделать в WhatsApp, но очень много народу, и у нас эти чаты размножаются, и так как Telegram все-таки больше возможностей имеет в этом смысле, пожалуйста, то есть вот можно написать, например, группу ВКонтакте, вас добавят в чат в Телеграме, и вы будете в наше общество онкоподдержки добавлены. Вот. По поводу того, что закрыл глаза, и ты не видишь, да, хотелось бы, конечно, прокомментировать, что, в принципе, мы все так живем. Ну, я так жила точно. То есть пока тебе кажется, что пока ты эту проблему не видишь, и ее как бы и не существует. Вот. И еще у многих все-таки, мы все люди, да, и многим людям очень тяжело
осознавать, как же правильно контактировать с якобы умирающими людьми, да, то есть, ну, тут, ну, есть несколько зацепок, да, и понять это можно, людей понять можно, но когда ты находишься сам по другую сторону баррикад, так скажем, да, и ты понимаешь, что на самом деле помощь, она простая, ты можешь сделать, вот, помочь человеку можно очень простыми способами. Вот просто, вот, просто поддержать, просто поговорить с ним. Иногда человек от одиночества, ну, страдает. Просто прийти и погулять с его детишками, например. Да? Просто приготовить обед, когда у него нет сил после химиотерапии. Да? Просто помыть полы банально, когда ты вот лежишь, и ты думаешь, боже мой, когда же у тебя начнутся силы, чтобы ты встал и там, вот это все сделал. То есть человек... На время лечения, он, ну, у него истощаются силы. И другой человек, он может ему помочь очень простыми способами. И что я сейчас ощущаю, да, вот после того, как ну, столько лет вот, в обществе онкоподдержки нахожусь, что, знаете, я по-другому начала смотреть на общество. Людей хороших очень много. И вот эта энергия добра, она... На самом деле, ты ее иногда ощущаешь там, где не ожидал. И помочь другому человеку, вот это соприкосновение душ, да, соприкосновение души, это так иногда, ну, это волшебно. Вот это вот реальное волшебство, которое в мире существует. И мы не просто человечки на земле, мы объединены чем-то большим, и вот эта атмосфера, она создаваема. И она ощущаема, она передаваема, и это здорово жить в мире, когда ты чувствуешь, что есть много людей, которые могут другому человеку дать. Ну, это потрясающе, на самом деле. Это не стоит ничего. У нас волонтерское сообщество, мы не про деньги. Может быть, к сожалению, потому что деньги иногда нужны вот, на мероприятия, которые мы проводим. Но вот так сложилось, что у нас мы держимся на волонтерах. И волонтеры абсолютно потрясающие люди. Многие из них те, кто прошел онкодиагноз там, да, и онковыздоровел. Но есть их окружение, потому что реабилитация онкопациента — это реабилитация его окружения, не только его самого. Это реабилитация его семьи, реабилитация его близких и друзей. Вот. Это как бы ты оздоравливаешь весь вот механизм, ну, не знаю, не механизм, организм, наверное, не механизм. Вот, и выздоравливаешь сам. Mm-hmm. Вот. Вообще жизнь очень классная штука, очень интересная. Ну, вот такое ощущение, что сообщество ваше — это такое место, где саккумулированы вот эти вот замечательные, хорошие люди, просто вы их собрали вокруг себя, и вот эта вот, как это, территория добра, она растет. Вот на вашем сайте написано, что вы стоите на трех китах, да? Первый кит — это волонтерство, про которое вы сказали, мы еще сейчас подробнее на нем остановимся. Еще два кита — это кто? Uh-huh. Это что? Ну, мы опытным путем потихонечку понимали, что же нужно все-таки онкопациенту для того, чтобы, ну, полноценно реабилитироваться, то есть вернуться в жизнь, не теряя ее качество mm-hmm. жизни, ну, а может быть, даже улучшая это качество жизни. И есть три кита онкореабилитации. Это реабилитация доступной физической активностью. Не всегда нужно сразу пауэрлифтингом заниматься, вот, достаточно иногда йоги, плавания, скандинавской ходьбы, каких-то вот танцевальных, вот танцы Реобьерта, например, у нас есть тоже потрясающая находка. Вот, мы партнеримся с сообществами, которые вот, организовывают такие вот движения там, да. То есть доступная физическая активность, она необходима. После того, как ты тяжелое лечение перенес, тебе надо тело потихонечку приводить в порядок. Ну, по мне, конечно, не скажешь, что я такая физически подтянутая, да, но у каждого свой выбор, да, но в данном случае я считаю, что это необходимо. Вот, ну, и питание, и физическая активность понемножечку, потихонечку, там, пошел прогулялся, да, потом пошел, еще прогулялся на чуть подольше, там, да, и вот немножко потихонечку телом заниматься нужно. Второй кит — это реабилитация творчеством.
Это мой, наверное, любимый кит. Я немножко компенсирую им на доступную физическую активность. Вот. А творчество — это такая вещь уникальная, да, что человек, он все-таки, ну, когда он что-то созидает, он в этом мире обозначается. Когда он заболевает, он как будто себя растрачивает, как будто, ну, не, перестает в этом мире существовать. Да? И вот есть акт умирания, да, вот когда ты становишься объектом воздействия, и ты вот перестаешь вот, ну, существовать как субъект, как человек, который что-то может создавать. А есть вот акт творчества. Это вот как борьба там, либидо и мартида. Да? Вот. Есть акт творчества, когда, создавая нечто, неважно, что, тут нет такой вот серьезной привязки к результату вот прям вот такому, чтобы он был очень качественный, да, хотя мы и к этому стремимся, да, создавая некий результат, ты себя в этом мире обозначаешь, то есть это ты восстанавливаешь свою субъектность. И этим самым восстанавливаешь свое здоровье. И это потрясающая находка, потому что у нас масса творческих мастерских. У нас есть и мастерская там, вышивки, декупажа, живописи, лепки из эфирной глины. Ну, то есть вот все виды творчества, которые вот, ну, не такие доступные и при этом интересный результат дающие, мы все, в общем-то, их притягиваем. Там, да? Это пошив интерьерных кукол. Как правило, наши преподаватели — это из нашей же онкосреды люди, которые прошли лечение и что-то могут другим людям дать и хотят это сделать. И создается не только творческая, но и коммуникативная среда, где люди приходят, объединяются, там, пьют чай, там, обмениваются информацией. Это вот, вот некая комьюнити, это тоже поддержка. И это тоже важно многим, потому что, опять-таки, элемент одиночества, он у пациента очень, ну, как бы сильно травмирован, так скажем, да, потому что тебе кажется, что ты вот теперь такой уникальный, тебя не понимает ни семья, ни, может быть, там близкие, на работе там от тебя могут отвернуться, потому что бесконечные больничные там, да. То есть проблематизация в этом месте. А хотелось бы как-то вот по-другому эту ситуацию повернуть. Ну вот, и так три кита — это доступная физическая активность, творчество и реабилитация волонтерской деятельностью. Если я вас правильно поняла, вот каждый из этих трех китов означает, что любой член вашего сообщества может воспользоваться бесплатно, прийти на йогу, прийти на какие-то физические, да, ЛФК, пусть, допустим, да, и которые есть, бассейн, пойти бассейн, бесплатно, да. То есть прийти в эту мастерскую, где арт-терапия проводится, да? И, насколько я знаю, у вас еще есть клинические или онкопсихологи, да, которые работают с вашими? У нас так получается, что мы притягиваем интересных и хороших людей, и не только из ну, сообщества, как бы из своей среды, семьи и близкого окружения, но и из медицинской среды тоже. На базе РКОД нашего онкодиспансера создалось отделение реабилитации, и отделение реабилитации сейчас насчитывает нескольких онкопсихологов, вот, и психотерапевта, и реабилитологов, которые занимаются ну, там, ЛФК восстановлением, да, там и прессотерапией. То есть если онкопациент хочет первичную реабилитацию, ну, медицинскую получить, то отделение реабилитации — это прекрасное начало. Вот. А далее как бы мы можем забрать в свои теплые руки человека, и если ему необходимо, только в том случае, если ему необходимо вот это комьюнити, потому что не всем оно необходимо, некоторые все-таки стараются как-то в свою раковину уйти, да, и, может быть, в этой раковине у них будет восстановление. Но если им нужна поддерживающая среда, они могут бесплатно, бесплатно заниматься живописью у нас, там, декупажем, ну, вот всеми вот этими творческими активностями, которые я перечислила, бесплатно ходить на йогу, бесплатно ходить на там, танцы, бесплатно в бассейн посещать. То есть это все мы организовали. Это все есть и в Казани, и не только в Казани, есть в Альметьевске, в Нижнекамске, в Бугульме начинается там, ну и вот так мы по Волжье немножечко охватываем. Такое ощущение, что когда человек приходит к вам, то он понимает, что не только хорошо брать, но еще и давать. Это тоже очень оздоровляющий такой момент, да? У вас, насколько я знаю, еще есть ну, как бы контакт с врачами. Да, которые могут какие-то рекомендации давать личные. Ага, вот об этом тоже.
Ну, не секрет, что врачей много, да, и как-то в них ориентироваться, когда ты тот или иной онкодиагноз получил, хорошо бы помочь человеку, да, и вот, ну, мы в своем чате, да, вот в телеграм-канале и вообще, ну, при личных контактах мы обмениваемся контактами врачей, потому что врачи с самого начала очень, ну, как сказать, позитивно реагировали на то, что вот пациентское сообщество создалось, потому что прием у одного врача занимает там по нормативу то ли 8, то ли 14 минут. А теперь представляете, если человек, ну, получил диагноз рака, и вот за 8 минут ему вот все объяснить невозможно. Это прям вот стресс отдельный. Да, это отдельный стресс, поэтому мы снимаем эту нагрузку с врачей, а они, соответственно, очень хорошо тоже идут на контакт и проводят школы здоровья для онкопациентов, да, где разъясняют там те или иные аспекты. Вот, например, в ближайшее время, 12 мая, будет Поволжский онкологический форум, где у нас будет пациентская сессия, где доктора, очень именитые доктора, классные доктора, будут нам давать информацию вот, ну, по онкореабилитации, там, про ресурсную ремиссию, про психологическую поддержку, про питание правильное там, и физическую активность, там очень много, про репродуктивные моменты, что тоже очень так, ну, как бы интересный момент, потому что, ну, есть мнение, что, пройдя онкологию, ты уже, ну, не сможешь родить ребеночка, например, там, да? А так как многие женщины попадают еще в ранний репродуктивном возрасте, там, да, в эту непростую ситуацию, то хотелось бы сохранить репродуктивное здоровье, и это возможно на данный момент. Опять-таки, прогресс медицины. И человек должен быть знаком со своими возможностями, то есть не оплакивать себя там, в 30-35 лет, получив, там, например, диагноз рака там, такой-то или такой-то, а понимать, что нужно сделать, там, нужно там, заморозить яйцеклетки, там, как это все дальше. Вообще, и естественным путем рождаются здоровые дети после того, как женщина выздоравливает. И я лично сама знаю нескольких девочек, которые сейчас, ну, у которых сейчас детки, и все хорошо. А когда начинали лечиться, когда я начинала лечиться, ну, для меня это было вообще, ну, запретная тема абсолютная, как и для многих. То есть возможностей у человека гораздо больше, чем ему кажется. Вот. И поддержки медицинской гораздо больше. И врачи у нас замечательные, откликающиеся и очень компетентные. У нас Татарстан, кстати говоря, ну, я считаю, один из передовых регионов в лечении онкозаболеваний различной локализации. То есть, если кому-то нужны контакты, тоже можно обратиться к нам, и мы с радостью поделимся, куда пойти на УЗИ, куда, кому пойти на обследование, где получить второе мнение, и какие есть еще клиники, какие есть права у пациента, опять-таки, да, потому что и с зарубежными клиниками мы уже контактируем, и с московскими, и с питерскими. Ну, так получилось, что все онкосообщество, оно нацелено на поддержку, и врачебное в том числе. Вот какой руководитель или учредитель, организатор задают тон, да? Как лодку назовешь, так она поплывет. Согласна. Вот вы назвали ее, мы вместе, вот, и вот мы она вместе. Так и плывет. Согласна, спасибо. Хорошо, вот я еще хотела привести слова академика Михаила Давыдова, это очень известный московский, ну, российского уровня онколог-хирург. Он говорит: «Я воюю против рака всю жизнь и очень много бы отдал за победу, даже жизнь». Вот это к тому, насколько врачи мотивированы на то, чтобы найти все-таки какое-то вот лекарство, какое-то решение, общее какое-то решение для того, чтобы, да, вот по-другому мир как бы относился к этому, ну, в глобальном смысле слова. И вот здесь, поскольку мы еще туда не пришли, у вас есть, насколько я знаю, вот вы так мельком сказали о том, что мнение второго врача, да, то есть получается, если онкозаболевший, вот только что диагноз поставили, его сложно пока назвать выздоравливающим, если он еще не начал лечение. Ну, хотя, если определили, уже да. Вот да, уже да, все. Он не уверен, допустим, вот просто внутренне не уверен, что поставили правильный диагноз, что правильно назначили лечение. И ему чисто психологически, может быть, просто нужно вот это мнение второго врача. У вас оно может его получить? У нас в
вот в нашем сообществе. Получить он не сможет, но мы можем порекомендовать тех докторов, которые смогут его проконсультировать, и второе мнение он получит, потому что возможности для получения второго мнения масса. Как и у нас в стране, так и за рубежом, несмотря на ситуацию в мире, они все-таки остаются доступными, консультации, и некоторые врачи, в том числе там, иностранные врачи, доктора, да, они приезжают к нам и бесплатные консультации устраивают, и мы помогаем им в этом. Получение второго мнения – это нормальная практика. Не надо думать, что вы обидите своего доктора, пойдя к другому доктору. Совершенно не так. То есть доктора нормально в большинстве своем относятся к мнениям своих коллег, так скажем. Да? И даже сейчас, когда пациенту ставится диагноз там, и назначается лечение, это, как правило, происходит посредством врачебной комиссии, где несколько докторов объединяются и разного профиля, и вносят коллегиальное решение. Это более успешная практика. Вот, второе мнение получить можно в Казани, в Москве, в Петербурге, в Стамбуле. Пожалуйста, обращайтесь к нам, мы подскажем, куда обратиться за вторым мнением. Вот еще такой вопрос про врачей. Вот как вы считаете, Юль, ведь есть онкопсихологи, есть врачи. А как вы считаете, нужно ли врачей учить оказывать психологическую помощь? Вот прям отдельно проводить курсы повышения квалификации? Я считаю, что нужно, и врачи, я думаю, сами тоже считают, что нужно, потому что сохранность врача – это тоже отдельная тема, потому что врач-онколог это высокоэмоционально травматичная профессия. Если ты будешь впитывать в себя горе пациента, это плохо. И если ты будешь самоустраняться, это тоже плохо. Поэтому экологичное общение, оно как раз решает проблему одиночества и врача, и одиночества пациента. Потому что одиночество врача, оно тоже существует. Потому что врач иногда ощущает угрозу от пациента. Когда пациент получает вот такой сложный диагноз, там и агрессивные реакции идут, и включаются сразу все связи, начинают включать, и угрожать, и проверять недоверие, всякие разные реакции идут. И это нормально. То есть мы должны понимать, что человек, в ситуации травмы ведет себя по-разному, это нормально. Так и доктор должен сохранить свою как-то обеспечивать, и это тоже нормально. И обучаться и пациенту, и врачу, как взаимодействовать друг с другом, необходимо, потому что это обоюдное, процесс выздоровления – это процесс содружества врача и пациента, и никак иначе. Это даже не война против рака, это даже не война вместе против одного врага, это просто сотрудничество относительно решения поставленной задачи. Вот у тебя есть ситуационная проблема, она большая, но это обстоятельства жизни, она не подменяет всю жизнь. Ты также остаешься мамой, ты также остаешься сотрудником какой-то фирмы, в которой работаешь, например, ты также остаешься подругой, любимой женой, и много ролей в общем, я про это как-то хотела сакцентироваться. Я бы еще хотела небольшую цитату привести тоже из фильма «Победить рак», который сняла Екатерина Гордеева. Мне кажется, это вот прям очень важные слова в дополнение к вашим. «Иногда рак работает как освобождение, как средство, исцеляющее человека от постоянного откладывания жизни на потом. С глаз будто падает пелена, и каждый день, каждое впечатление приобретает особое значение и вкус. Многие заболевшие меняют направление работы, стараясь сделать то, что важнее для них и для других людей. Перестают конфликтовать с близкими, осмысливают неизбежные смерти, интересуются тем, как люди уходят из жизни. В принципе, экзистенциальные вещи, касающиеся любого человека, живущего на Земле. Острее чувствует связь с окружающим миром, учится жить в моменте и ценить каждое мгновение жизни». И как тоже кто-то сказал про людей, которые прошли вот этот путь, вы знаете про жизнь гораздо больше, чем мы. И про тех, которые еще не знают. Я бы не стала романтизировать, некоторые люди не меняются. Бывает совершенно по-разному. Человек, не хотелось бы крылатыми фразами бросать, что человек фатален, тотален, и все такое, когда тебе говорят, что ты смертен, или как Булгаков сказал, что иногда человек внезапно смертен, и когда ты это осознаешь, что ты умереть можешь просто скоро.
а может быть и не скоро. Но это ведь может и касаться и человека без онкодиагноза. Мы все когда-то умрем. Просто принятие собственной смерти, оно дает тебе импульс к жизни, к жизни к твоей, к твоему выбору. Тебе уже не хочется там, тратить время на то, что тебе неинтересно, то, что тебе ну, не нужно. Вот. Ты понимаешь свои приоритеты, ты стараешься не обманывать себя. Это точно есть. Я не думаю, что прям все люди просветлились. Вот заболели раком и просветлились. Некоторые не просветлились. Некоторые просветлились и живут долго. Некоторые просветлились и умерли. Вот, ну, по-всякому бывает. Реальность такова, что не бывает ну, вот таких вот прям чудес окрыляющих, от чего-то зависящих, вот их нет. Есть совокупность факторов. Это ну, стадия твоя, там, твой диагноз, там, да, это твое мировосприятие, как ты будешь действовать, да, будешь ли ты качество жизни сохранять и действовать исходя из своих приоритетов, да, или ты опять погрязнешь там, в той рутине, в которой ты и жил, вот, а может быть, ты и не жил до этого в рутине. Да, просто правда такова, вот, человек любой, абсолютно с любым образом жизни может заболеть онкологическим заболеванием. Даже если ты занимаешься там, спортом профессионально, да, то что там прекрасная йогиня может заболеть онкологией, там, переедающий человек там, тучный может заболеть онкологией. Там, да. Вот нет такого, нет зависимости, логики здесь нет. Да, факторы риска существуют, но прямой корреляции нет. Вот. И в этом правда. Потому что если бы мы знали, от чего люди заболевают раком, мы бы рак бы вылечили, ну, как бы не мы вылечили бы, но медики вылечили. То есть сообщество бы вот, искоренило бы рак как таковой. Но люди болеют. И некоторые врачи говорят, что ну, все мы когда-то уйдем от онкологии, но просто некоторые до нее не доживут. Ну, вот. Так что... Вообще смертность, тема смерти, она очень тема такая мощная. Осознав, что ты ну, можешь умереть быстро, не просто вот когда-либо умрешь там, лет в 90, а вот ну, ты, это может произойти там, через год, через два. Действительно, ты концентрируешься только на том, что тебе в этой жизни важно. Вот. И это не значит, что ты станешь плохим человеком и будешь делать исключительно то, вот прям вот эгоистично. Когда человек действует из эгоистических соображений, это не так плохо. Вот. А, в общем, есть такая тоже фраза: хочешь построить общество счастливых людей, сделай счастливым себя. Вот. Если каждый человек сделает счастливым себя, то это будет общество счастливых людей. Да? То есть, вот. Но человек, сталкиваясь с онкодиагнозом, когда он вот эту вот осознанку проходит, то, что у него жизнь конечна, и иногда она ну, конечна внезапно, так скажем, да? И когда он начинает жить так, как он хочет, и комьюнити его такое же вокруг, да, то, в принципе, очень комфортное сообщество получается, очень поддерживающее, несмотря на эгоистический посыл. Вот. Прекрасные слова. И вот еще я опять-таки в литературе прочитала, что делать, как перестроить свою жизнь. И дают три рекомендации, вот я бы хотела, чтобы вы их прокомментировали. Первое — это укрепление связи с другими людьми. Ну, вы сказали, если тебе это надо, да. Если тебе хорошо в твоей раковине, иди туда, да? Да. Вот как тебе, прислушивайся к себе. Так ведь? Вот правильно это самое главное. Поняла? Самое главное, прислушивайся к себе. Да. Второе — планирование будущих радостей. Мечта. Отлично, отлично. Вот отличная тема, да? Радость, да. Осознанное планирование собственных радостей — это прям вот методика выздоровления. Ты подумай то, о том, что тебе, от чего тебе становится хорошо. Вот. И действительно, ну, в этом нет ничего зазорного, потому что мы, как правило, вот, ну, сначала для кого-то, для детей, там, для мужа, для там, работы, а себя уже на потом, если останется время, если на это будут силы, опять-таки, да, вот все-таки давайте с себя начнем. Вот. Это так вдохновляет, на самом деле. Я знаю, что люди, которые вот многие из наших, которые проходили онкологию, коренным образом меняют свою жизнь. Кто-то меняет профессию, кто-то, ну, меняет семью, там, да, близкое окружение, кто-то занимается новым видом предпринимательства, то есть начинает рисковать, делать то, что боялись делать раньше. Рисковать. Да, рисковать. Именно. И это правильно. Вот.
Ну да, я, кстати, из интервью предыдущих с вами уже несколько человек таких знаю из вот лично. Это удивительно, конечно. И как глаза горят, и как светится, и сколько вдохновения, и сколько сил при этом. Потому что человек занимается своим делом, он получает от этого удовольствие. Да, да. Потому что это ресурс находится так. У всех в разном месте. Вот мне, например, не нужно риска. Вот для того, чтобы вот лично мне, чтобы поймать свой ресурс, нужно поковыряться в земле, посадить цветочки, пообнимать своих детей. Там, да? Вот у меня вот в этом ну, как-то моя сила, мой приток энергии. Да? Он совсем не драматичный, он совсем не рискованный. И мне в этом комфорте, в общем-то, хорошо живется. Вот, в простоте в этой. Вот, это мой личный ресурс. И это, я считаю, тоже моя, как моя личная ценность, моя личная интимная, может быть, тайна там, того, почему у меня может быть ремиссия сейчас. Потому что я живу так, как мне комфортно. И пусть для кого-то это супер просто. Вот, пусть для кого-то это супер как-то неинтересно. Вот, меня это вообще не волнует. Это моя простота. Да, это мой интерес, там, и моя простота, это моя территория. У вас тоже глаза горят. Это тоже очень сильно вдохновляет. Юля, у нас, к сожалению, время Спасибо. Подошло к концу. Какое-то заключительное слово? В принципе, вот то, что вы сейчас сказали, уже как заключительное слово звучит. Еще что-то хотите сказать? Хотела бы поблагодарить еще раз Наталью за интервью, потому что, знаете, очень часто мы бежим и занимаемся разными делами, важными, нужными, не совсем важными, но нужными. Вот. И вот интервью как элемент осмысления того, что ты делаешь, оно очень помогает. Вот. Благодарю вас за эту встречу. Вот, всем желаю здоровья крепкого. Пусть вас не коснется эта тема, несмотря на то, что она просветляет, пусть люди будут здоровы. Да? Вот, лучше здоровыми, не просветленными, на мой взгляд. В общем, всем здоровья, тем, кто приболел ремиссии, тем, кому нужна поддержка, приходите к нам, мы готовы эту поддержку оказать. Ну и я тоже в заключение хотела бы привести слова Давида Сервеншребера, про которого я вам уже говорила. Он пишет: «С этой болезнью можно жить. Эту болезнь можно научиться воспринимать просто как главную перемену в своей жизни. И почему бы этой перемене не быть к лучшему?» Прекрасные слова, да. Да, у нас сегодня была непростая тема, но молчать об этом бессмысленно, потому что невозможно закрывать глаза на то, что есть, на то, что нас окружает. И как сказал Давид, вот, почему бы не сделать так, чтобы это было к лучшему, раз уж это происходит в нашей жизни с нашими близкими. Здоровья вам, берегите себя, всего вам хорошего. С вами была передача «Фокус на человека». В студии работала Наталья Жова. До свидания.